Дай почитать. Здравствуйте, я Ксения Станиславна Лицарева, профессор Вятского государственного университета. Итак, дорогие слушатели, давайте путешествовать. Например, почему бы не побывать в Корникопии, известной своим чудесным вином, незабываемыми сырами и воздушными пирожными. Тем более, там правит добрый и прекрасный король Фред Отважный. Но нужно предаваться неге и наслаждениям осторожно, ведь ходят мрачные слухи об ужасном монстре Икабоге, который для развлечения просто съедает людей. Отважный король Фред проявлял отвагу, но недолго, поручив бороться с Икабогом Слюньмору. Но цель Слюньмора и его единомышленников – не благо королевства, а собственная выгода, безраздельная власть. Вот такие, как он, и есть самые страшные монстры. Такую невеселую, поучительную и совсем не детскую книгу написала Джан Роулинг много лет назад. И только в период пандемии она перенесла ее на бумагу, снабдив иллюстрациями не профессиональных художников, а обычных детей. В книге много мрачного, депрессивного, кровавого. Вот от переутомления умирает королевская портниха. Вот история про пропавшего королевского пса. И бесконечная ложь, насилие, интриги, тщеславие. Отмечу, что помета в книге 6+, не должна сбивать читателей с истинного пути, на котором множество погибших героев, замученных детей, слез, крови и оторванных конечностей. 6 должно быть сильно большим плюсом. Но именно мальчику Берти и девочке Дейзи предстоит преодолеть множество трудностей, спасти королевство, освободить своих родителей. Кстати, Корникопия переводится как счастье. Но в этом государстве тюрем хватит на всех, как и приютов на всех детей. А если будешь возмущаться, то тебя беспощадно убьют тут же. Да, Роулинг щедра на голод, репрессии, смерть и отчаяние. Но она настоящий мастер, умеющий захватить внимание любого читателя. Главная мысль сказки, притчи заключена в следующей фразе. Одна ложь тянет за собой другую. Солгав один раз, уже не нельзя остановиться, все равно, что плыть на дырявой лодке без конца приходится вычерпывать воду, чтобы не утонуть. Да, трудно представить, какие жанры приписывают книге Роулинг и Кабок. И политическая сказка, и притча, и антиутопия, и смещи Полины с голым королем и братьями Гримм. Дорогие слушатели, а вы жанр определите сами. 6+. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам Преображенская, 65 и Ленина, 103А. До новых встреч! «Дай почитать».